Сейчас, кушай сухарики. Сухарики. Куда ты собрался? Куда? Что делать? Иди сухарики кушай. Где сухарики? Иди кушай сухарики. Иди, 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 выходи. Давай, иди. Иди сухарики кушай. Кушай, кушай. Кушай. Давай, кушай сухарики. Каша лежит. Господи, что с ним делать? Неинтересно. Кушай, кушай сухарики. Кушай. Вкусные сухарики. Кушай. Кушай сухарики. Иди кушать. Я стою. Иди кушай. Иди. Иди кушай сухарики. Домой пора или что? Он пошел домой. Зовет меня. Слушай, ты хитрюля. Ты хитрый ужасно. Нельзя со мной идти. Нельзя. Все, я домой ушла.
Барсик, текай. Все, Барсик, у нас там трагедия. Мия, Мия. У нас собака появилась. А, от меня, походу, пахнет собакой. Так, отходи и нюхай. Отходи от меня. Отходи, сказала, не нюхай меня. Еще не хватало, чтобы ты заболел. Все, нечего нюхать, отходи. Джинсы снимаем. Ушел. Как быть в данной ситуации? А время, между прочим, уже вот столько. Я не могу ни спать, ни лечь, ничего. Барсик сидит постоянно под дверью. Там собака стоит. Может еще начать плакать, аж крестись. Ладно, батарея разряжается. Это зарядить телефон. Надеюсь, мы ляжем.